как минимум огромная трещина. Дверь просела, получается, на замок ее очень сложно засунуть. Просто, например, вот, да, я как девушка, ну, просто ее не могу открыть. Мне всегда помощь мужу нужна. Дом на Огородной уже стал таким печальным символом ливней. Молодая семья предпринимателей открыла здесь свой первый офис еще 5 лет назад. Тогда, говорит Алина, все еще было хорошо. Но с каждым годом ситуация становилась все хуже и хуже, а последний ливень, который прошел в воскресенье, стал пиковой точкой. Я думаю, все помнят кадры, как здесь 4 дня назад вместе со склоном сползали машины. Однако от дождя пострадала не только придомовая территория, но и квартиры, и офисы. Алина рассказывает, в одном из складов на первом этаже буквально разорвала трубу. И это не все. Провалилась брусчатка. Мы шли в офис с мужем, и просто он раз и проваливается. Приезжаем на через несколько дней, она уже вся ровненько заделана. Они у нас сейчас просто как склады, и все. Ну, как бы кого-то мы не можем сюда людей пригласить, чтобы они пришли даже за минимальную сумму. Продать их тоже очень сложно. Уже несколько лет висит объявление, нет. Конечно, в тот вечер пострадал не только склон на Огородной. Таких участков десятки. Около домов жилого комплекса «Орбита» практически утонули автомобили. Вода стекала с верхнего яруса на нижний, а затем по склону. В центре города машины буквально плавали. Вода доходила до окон. Но не успели коммунальщики выдохнуть, как со вторника на среду вновь пошел дождь. И все по кругу. Подземные переходы затоплены, а во дворах лужи вместо дорог. Красноярцы жалуются, почему каждый год наш город не готов к дождям. Руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых говорит, с таким объемом воды не справится ни одна ливневая система. Диаметр инженерных систем он не может через себя пропустить, я повторюсь еще раз, как и вот эти депутаты, суточную норму осадков за 1 час. То есть, ну, это физика, от нее никуда не уйти, и невозможно сейчас ввиду одной точки подтопления полностью перестроить всю систему ливневой канализации города. Это, во-первых, достаточно дорогостоящее мероприятие, а во-вторых, этим нужно заниматься планомерно, и мы идем к этому. И чиновники уже подсчитали. Ущерб от воскресного ливня для города составил 2 миллиона рублей. В основном это дороги, подземные переходы, укрепления склонов. За подтопление квартиры придомовых территорий отвечают управляющие компании. Только в критических ситуациях департамент горхозяйства выделяет деньги. Но не стоит забывать, что подтопленным город оказался еще до ливни. Когда Енисей начал выходить из берегов, пострадали красноярские набережные, острова, сотни дачных участков. Но сброс на ГЭС уменьшили, и ситуация, говорят, начала стабилизироваться. В целом ситуация, я хочу отметить, что она, ну, вызывает и внушает оптимизм. Сейчас в специальной межведомственной комиссии принято решение о снижении расходов на Красноярский ГЭС. Они сейчас не превышают 6 тысяч кубических метров в секунду. Ну и вот в связи с этим уровень воды в реке понизился до отметки 380 плюс-минус 5 сантиметров. По прогнозам, такая ситуация может продлиться до первой декады июля месяца. Но не стоит забывать о прогнозах синоптиков. Они обещали, что конец июня и начало июля будут дождливыми. Так что расслабляться не стоит ни красноярцам, ни коммунальщикам. Полина Михальчук, Александр Кальтер, новости ТВК.